Старуха пересылал в Германию, Грецию, Америку, Канаду, Австралию и на Украину. Новая книга – это 13-й том моей серии вопросов, ответов и проповедей о православии, говорит Игнатий Лапкин. Уже 43 года я веду занятия по изучению Библии, читаю лекции в университетах, школах, воинских частях, милиции. Во время этих бесед люди задают мне вопросы о Боге, о вере, о жизненных ситуациях, о грехах, да вообще обо всем, что их волнует. Так у меня набралось 2900 вопросов. В своей серии я на них отвечаю согласно Библии трудов святых отцов. Познакомиться с книгой можно и в интернете. Так, ну и вот здесь можно в интернете задать вопросы Игнатию Лапкину. А то автор сетует, что практически на все уже ответил. Видите как? Это я забежал в редакцию, они сразу ухватили, интервью взяли. Мы проезжали Екатеринбург, ну там храм на крови, вот посмотрите, тоже прочитайте. Московский патриархат, какую мне благодарность выписали. Русская православная церковь, Московский патриархат, Екатеринбургская митрополия, да? Храм-памятник на крови во имя всех святых в земле российской просиявших, духовно-просветительный центр патриаршего подворья. Так, почтовый адрес. Библиотека, державная духовно-просветительского центра патриаршего подворья с благодарностью приняла дар от Лавки Игнатия Тихоновича книги «Новый Завет» с толкованием блаженного Феофила Лавка с комментариями Лавкина, симфония на житие святых, симфония на неканонической Библии для слова «пуша» и «нет вкус». За библиотекой державной рикошеи. Видите как? Это... Тут проверки уже не надо на низшем уровне, потому что можно ошибиться. Вот вчера мы были в Прокопьевске, а там батюшка, наш друг, он в квартире жил. И вот от него, ну, понятно, кто от Колесников, дальше это стандарт, я вам оставлю. И в печать. Книги все новые, да, и вот. Какие книги? Теперь. Новый Завет, не прочитать, да? Да, можно прочитать. Новый Какие Завет с толкованием, блаженного Феофила Лавкина, с комментариями Лавкина, три книги, трехтомник. К истинному православию, симфония на неканонические книги Библии, симфония на житие святых, для слова Божия нет вкус, стихи церкви свободы тюрьма, открытым оком, 30 тому. Обещаем хранить эти книги, чтобы ими могли свободно и всегда пользоваться желающие библиотеки Колесников. И дальше книг Лапкин. Вот. Значит, показать, в каких библиотеках мы были, для того, чтобы... Ну, полное понятие было. Это вот парламентская библиотека страны, библиотека номер 2, Государственная Дума. Теперь там есть. Вот это наша, печать, да, есть. Фонда. Парламентская библиотека. Вот, да. Вот это библиотека номер 1 страны, Центральная библиотека Российской Федерации. Передайте ему. Ну, я не хочу произносить, но название у нее пока такое. Ну, сейчас Российская Государственная Библиотека. Посмотрите, там печать как бы. И тоже Российская Государственная Библиотека. А, женщины посмотреть хотят. Сейчас. Пожалуйста, смотрим. Пожалуйста, посмотрите. Какой документ вам нужен посмотреть? Вот посмотрите, храм на крови, как это выглядит. Православная церковь. Это понимает. Это собор Рождества Богородицы. Ну и так показать. Мы проехали практически по низу все основные города. Вот. Это вот мы были у нашего епископа. Вот. Это вот большие... И все, это... что... И везде все обещаем хранить эти книги, чтобы... Это вас касается. Вот. Вот. С вас только две строчки требуется исполнить. Это да, Государственная вот. Библиотека. Это Омская. Это очень большие библиотеки. Аэродромы настоящие. Можете посмотреть. Вот. Рязань. Видите? Республика Татарстан. Просто частично хотя бы ознакомить, где мы проехали. Так, я даже могу тут ошибиться, не так. Это вот известный город тут Ишим. Мордовии не были? Саранске. Были. Саранске. Были в Ижевске. Это к ним это Удмуртия, наверное? Нет, Мордовия. Вот Мордовия тут есть. Саранск. В Мордовии были мы, в Татарстане. Где, ну-ка, Мордовии-то были? Все, что на пути, по нижнему верхнему пути попадалось, мы везде заезжали. Да? Это второй наш путь был, сейчас третья миссионерская поездка. Дело вот в чем. Не все понимают, что сегодня делается. Патриарх Кирилл проехал восток, и когда он вернулся
Ну, естественно, собраны были представители прессы, много сказал. И в печати опубликовали. Он ответил, Дальний Восток, состояние церкви, хорошо запомните, тире, духовные развалины. Сектанты все захватили на Дальнем Востоке, потеряно полностью полстраны. Выходите на перепутье дорог к священникам, говорит, меняйте тактику. Андрей Кураев говорит, если мы это не поняли, не обратимся к молодежи, через 50 лет, это он просто так подумал, там не через 50 лет, может через 10, у нас будет московский халифат, но не московский патриархат. Я вот начальник детского лагеря, вот Михаил привез тут двоих рядом, с какого села? С Козидеева. Вот, 40 лет, ни рубля государство не дало, ни рубля, что в частной инициативе, тысячи детей подняты. Ну давайте в каждом селе организуем. Все, вопрос с детской беспризорностью полностью снят в стране. Но работать надо. А патриарх Алексей II говорил, отучили молиться, отучили трудиться. Но все, о чем говорил Серафим Саровский, из всех самых важных дел, какие человек делает, это молитва. Вот у нас здесь в этом показывает, вот этот Новый Завет. Ну кажется, что особенного. Но впервые за 2000 лет он вышел полное толкование с откровением. Никто никогда не издавал. Полностью. И с опровержением всех сектантских толкований. Нам перед сектантами вообще нечего сказать, если мы не будем понимать, что у нас самое главное. Скажут, а вот у нас люди такие, какие люди у нас? Пьянь. Лодыри. Для виду. Вот мы заходим, были в Прокопьевске. Машин, море. Люди стоят, курят, фотографируются, что пришли. Кто-то отпевать, кто-то венчать там храма, раскинуто где-то. Проворачивает все это, молотилка, это никому не нужно. Это обман. Нужно возродиться свыше, быть движимым Духом Святым, о чем Серафим Саровский говорил. Стяжание Духа Святого. Какое стяжание? Это стяжание денег, стяжательство. И церкви устроили потребительскую кооперацию. Комок. Вот мы были сейчас здесь, в Осинниках. Просто, знаете, пульпа мутная, хлещет это все. Ничего люди не знают и знать не хотят. Ну, можно ли что-то сделать? Вы знаете, в Москве сейчас девки там заскочили, плясали, поднимали. Ну, патриарх призвал к стоянию. Ко мне отовсюду звонят. И Португалия, Испания, Англия. То есть, ну, Господь так сделал, что очень далеко известно. Монастыри из-за рубежа. Что делать? Я говорю, делать все неправильно. Я патриарху писал письмо, почему вы ко мне не обращаетесь? Мне Бог дал такую практику. Нынче, 27 сентября, будет 50 лет, как я сознательно пришел к Богу. А верить в Бога я начал, как первые слова мама произнес. Я уже знал Богородицу, достойно. Но Евангелия не было, я не знал. Но я знал страх Божий. Я не знал женщин, не знал воровства. Этого я не знал. Бог меня спас от всего этого. И поэтому Бог дал мне чистый разум до сегодняшнего дня. Но когда я обратился к Богу по Евангелию, я понял, Бог будет судить нас по Слову Своему. Это Евангелие от Иоанна 12:48. Евангелия, его не было у нас. Я слово Евангелие услышал в армии, фильм посмотрел только, и начал искать. И Господь меня привел. И Господь дал мне разум искать истину. Столько разных сект. Где истина? Господь говорит, я во все дни до скончания века с вами. Но сегодня 21 тысяча названий разных деноминаций толков. Ну где, с кем он? С католиками, с православными, с баптистами? Ну с кем Бог-то? Мне надо не просто вы хвалите себя, а Бог, чтобы мне ответил. Я стал молиться, и Бог открыл. Я стал пятиться назад. 130 всего сект было в 1913 году. А сейчас 21 тысяча. Я еще начал назад идти. Наконец дохожу до 4 века. Всего 15 названий. Но во все дни, то есть понедельник, вторник, среда, Бог со всеми. Я еще решил дальше. И подошел к тому моменту, когда церковь была единая, неделимая. Если с ней не было Христа, его нигде тогда не было. Значит, вот туда я и пошел. Это толкование святых отцов. Меня Бог привел через расследование. А что, я глянул, клеенка клетчатая была. Я через это, я учился на штурмана в это время. Мне Бог дал большие знания. Вот за службу в армии я изучил английский, немецкий, французский языки. Добился разрешения 3 курса сдать за год по любому языку. С выходом за границу. И Бог показал это все прах и пепел, когда я стал читать Евангелие. Потом обратился у меня брат, написал, он сейчас протоиерей уже 32 года. Благочинный края. Его Бог нашел через веру во Христа. И если мы это не поняли, мы напрасно родились. Мои книги, вот эти вот все, я их только называю мои, они выше моего уровня в десятки, может быть, тысяч раз. Я открываю стихотворение, тут 3467 моих стихотворений.
моих лично написано. Но я их своими признать не могу. Я открываю, я как будто первый раз вижу, я их переписываю, всматриваюсь, двойной и тройной смысл заложен. Это не посильно сразу даже осилить. Это Бог дал на молитве. У меня знаменитый писатель в литературном институте спрашивает, а где вы темы берете? Такие темы. Это 3400 стихов. Но люди не понимают цифру, много это или мало. Это вместе Пушкина сложить, Лермонтова, Некрасова, Блока, и получится еще меньше. Каждый, у меня один год было 540 стихотворений. За один год написано. А как? Даже на молитве я стою, строчки две черкну, Бог открывает. И все это я отдаю во имя Бога. Вот есть одна книга вот здесь, вот это вот, 20-й том. Ее за миллиарды никому не составить. Почему? А того человека нет, он умер. Александр Мень, Зарубина. Это наши беседы с ним. Мы беседуем на все политические вопросы. Он еврей. Об еврейском вопросе. Я бы рад сегодня повторить. Или ты скажешь, я тоже такое сделаю. А его нет, он уже зарублен. А я с магнитофоном, огромным магнитофоном, приволокся туда, к нему, и там мы сидели и беседовали. Даже видно, как чай размешивается. Эти беседы выставлены в аудио, можно слушать, как мы говорим, где он засмеялся там, он живой. Это был один из самых умных людей не в церкви, а в России. С энциклопедическими познаниями. Мы беседуем, и люди сегодня выставляют и говорят, какую тему мы нашли. Это два как бы в разном направлении, но в одном сходятся. Нужно служить Христу в полной отдаче. Он как еврей, и он экуменист был. Я не приемлю это. Я экуменизм знаю. Экуменизм во Христе. Но не так, что теперь разницы нет, с кем молиться. Нам каноны запрещают это. Вот здесь у меня одна книга есть. Она требует особого внимания. На руки нежелательно давать ее, кто связан с литературой, ее сразу уводят. 26-й том, вот она лежит. Это 300 поэтов России за 300 лет. Представляете, какой материал проворочен был. Но без Евгения Евтушенко, я всем говорю, мне бы не осилить этот материал. Вот по определенной тематике, допустим, какое участие приняли русские поэты в революции? Да ни один не ответит. Это надо знать всех поэтов и все до одного стихотворения. Я нашел только одно у Волошина, одно у Бунина. И на каждый такой вопрос 6 поэтов, что отвечают. Какое участие поэта в становлении крепкой православной семьи? Я нашел 2 стихотворения у Никитина, одно у Кольцова, 4 у Крылова, и теперь они все здесь. И вот эти поэты, они здесь. Вот, видите, кто сколько жил. Спроси сегодня Бальмонта, кто знает. Ну, некоторые Ханну Ахматову там знают, а другие Набокова, Крылова еще знают. А остальные малоизвестные совершенно. И они все здесь. И вот они. Вопрос и ответ. Кто это отвечает? Видимо, Никитин. Так, это одно стихотворение. Второе отвечает то. Радищев. Еще себе. С какого времени? Ой. Вопросы, которые задают, а это около 200 вопросов. И на каждый вопрос 6 поэтов. О войне. Кто что сказал? Дальше говорится, что сказал Симонов, что Высоцкий. 6 поэтов. И после каждого поэта выдержка из Библии, что об этом сам Бог говорит. Не просто знание, а подтвержденное Словом Божиим. Кто связан с литературой, они сразу эту книгу уводят. Так что, пожалуйста, попытайтесь сохранить. Иногда спрашивают, ну, доказывать не надо, кто в библиотеке, как эти книги изданы. Вот эти вот, я видел у вас второе издание Нового Завета, и вот это вот тоже у вас второе издание, это я даю библиотекам первое. Они постный подарок патриарху Кириллу, Медведеву и Путину. И даже показывали, видели в их библиотеке. Вот. Кто спонсирует столь дорогостоящую компанию? У меня минимальная пенсия. Вот вслух прочитайте. 3 строчки. Это один из спонсоров. Автор приносит благодарность за спонсорскую помощь в издании книги Соколу Борису Александровичу, президенту Объединенной химической компании Щукина Азот. Я его не видал никогда. Но у него трагедия. Погибла жена и ребенок. И он строит храм. И в этом храме, перед храмом, ну, большой как монумент там построено, и ему попала эта книга отца Иоанна, в Туле служит, Московская патриархия. И он сразу перевел деньги. Люди понимают, что это то, что нам необходимо более всего. Вот второй том. Это как разговаривать с разными сектантами, как их приводить. В моем доме пришло столько сектантов, как ни в одном, кажется, городе не было.
И они стали православными батюшками. Это бабминонеты, баптисты, там, адвентисты, разные. И вот конкретно сектант православный, например, такое. О спасающей благодати Божией. Конкретно. Сначала объясняется, а потом я 50 лет миссионерствую. У меня практический опыт, ну и результат Бог дал. Это вот, видите, как она выглядит. Книга называется... Вы говорите, второй, там, первый еще есть такой. Так. Есть. Повторите. Первый еще есть такой. Вы говорите, вот второй том. Их второй том. А первый есть такой еще том? Это второй, ну второй, первый. Здесь их 30. На первом я отвечаю на книгу. Открытым оком, да. 600 вопросов. Ну у меня есть она, я не знаю. Второй том есть? Это. У меня есть такая книга. Это вот. Да, Миша мне есть. Все, теперь начинайте работать. Мы в разговоре с сектантами признаем их преимущество во многом. Но они не церковь. Один ответ. Они не церковь, потому что нет священства. У нас самое мощное, что мы можем доказать, это священство, епископат. Рукоположение от апостольских времен. Есть священство, есть таинство, а без таинства не спастись. Что бы они ни говорили, да, они не пьют, они не курят, они хорошие семьянины, они хорошие работники. Но они не церковь. Они совсем соглашаются. Когда я говорю, они не церковь, они из себя выходят. Ну давайте сядем, поговорим. Покажите, где границы церкви. Они не могут указать. Я вам укажу четкие границы. Там, где есть рукоположенное священство от апостольских времен. Там могут быть ереси разные, что, но это церковь. Ну, в основном так вот. Все, вот это у вас была или нет симфония? Да, все есть. Такая есть, но это знаю. На них она еще, это к истинному православию. Здесь еще есть вот такая, тоже есть такая? Это у меня есть. Здесь. У тебя, да? Вот это вот симфония на жития святых. Вот посмотрите, она интересна еще тем, что здесь благословение двух епископов сразу. Такое редкое. Они как раз вместе были. Это Домодедовский, тогда он был от Русской Православной Зарубежной Церкви. Благословение епископ Максим. Преосвященного Евтихия, епископа Ишимского и Сибирского, и благословению Преосвященного Максима, епископа Барнаульского и Алтайского. Это по одному слову, это 1173 жития святых, Димитра Ростовского, 12 тому. Как найти, где был? Обычно говорят, а вот был один там святой, там ударил без камнем. Кто? Ни один не назовет. А ты найди слово камень. Сразу камень начал считать. На камне зарубили, на камне там сожгли. И наконец, ага, демон ударил камнем. А 2 октября, верки. Все, нашел. Теперь открывай 2 октября, считай. Для проповедников православной церкви это просто материал незаменимый. Это не наши Аверки, которые у нас в Тимирице. Нет, это. Что? Это святой Аверки. Святой Аверки. Аверки. Это давнешние времена. И житие святых. На житие святых. Ну, я понял. Так, вот святые, эта вот книга, смотрите, пожалуйста. Ну, тоже вот. Аверин. Любимый свет, аверин. Михаил, отвлекись немножко. Мусульман. Здесь разбирается весь Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Без всяких нападок, вот как Даниил Сысоев проповедовал. Как беседовать с ними? Как работать с мусульманами? Какие места их же Корана брать и его сравнивать с Библией и показывать. Это вот такая проведенная работа. И все, что о мусульманах сказано за 1300 лет. Все вложено в одну книгу. Вот это, у них зеленый свет. Пожалуйста, книга зеленого. И как видите, открытым оком, оком кверху, я как бы насильно голову не вниз строчки, вот вверх. Ну, люди, ну посмотрите на небо. Ну, нельзя же, как свинья, по дубам только вниз-то смотреть. Евреи любят золото. Книга золотого цвета. Понимаете, по корешкам даже. 1,40 м надо полку для этих книг. За 3600 лет, что об евреях было сказано, в какой стране, каким писателем, религиозным деятелем, все написано здесь. И Талмуд их, 12 томов разбирается здесь. Это тоже 3 тома прошло. Этот материал никогда нигде не появлялся. Он ни подражание никому, ничего. Просто я работал с этими книгами. Вот это я вам дарю. Теперь папочка моя где? Вот она. Ага, вот она, я уже шагнул. Вытащить здесь надо нотку. Это еще одна историческая публичная библиотека Москвы, посмотрите. Так, да. Видите, какой. Это название государственная, публичная, можно историческая библиотека. Так, чтобы люди знали, что и книги получила, эти находятся очень далеко. Получила дар от Владимира Тихоновича, 38 изданных книг. Сумма 12 тысяч рублей. Все новые. Все новые.
И обещаем также хранить эти книги, чтобы не могли свободно всегда пользоваться все желающие. Вот так. Мы не думали, но мы поехали. Ну и там, конечно, сыграла большую роль подпись начальника библиотеки номер один, как называют, имени Ленина, Светлов. Он сразу же принял, повел. А дальше они, которые другие, они уже ничего не исследовали. А, Светлов, тут все понятно. То есть это такой специалист, ну, в главной библиотеке страны, я думаю, работают люди не низшего класса. Все ему рассказали, показали. Но у этих книг есть и свой, как сказать, нюанс. Они никому не угождают. Понимаете, нигде не подлизываются. Я никогда не заглядываю в глаза. Нравится это батюшке моему брату, или патриарху, или президенту. Я говорю и Слово Божие. Пророческий глаз зазвучал над Россией. Примите, не примите, но знаете, говорит, жил среди вас пророк. Это не я, это пророк Иеремия, пророк Исаия. Бог эту истину открыл. И у этих книг очень много врагов, но еще больше друзей. Мы знаем, Иоанну Крестителю голову отрубили. Из-за чего? Он не молчал. Он непрерывно говорил, чужую жену отнял. А он мог жить спокойно, жениться, детей плодить. Мне ручку нужно, я напишу сейчас. Если можно. Ручка вот, Вера. О, взял. Вера. Хорошо. Вот, вот ручка. Одна бумага мне, а другая вам. Давайте. Тут Михаил потрудился, видите, легко с вами разговаривает. Значит, вот здесь почти печатным на одном написать название вашего, значит, Кемеровская область, ну и какое село. А потом тут число, штампы, подпись, расшифровка. Знаменитые имена. Посмотрите, где. Я краткую аннотацию дал на книге, ну а дальше все покажет. У каждого есть душа. Вот эта книга является как ключ к остальным книгам. Это автобиографичность. И когда люди узнают, кто автор, тогда у них по-другому. Одна была бывшая парторг. Парторг уверовала. И она... Ей дали, она книги даже не стала смотреть. Но потом попала эта книга. Она прочитала, говорит, верните мне те книги, которые ушли. Она взглянула другими глазами. Что я говорю не просто, а от головного знания это все пережито. В стране погибло 17 тысяч сел полностью. И мы взяли землю с нуля, начали восстанавливать. Поселиться может только тот, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Я однажды в краевой администрации сказал... А они говорят, так у нас тут ни одного нет, кто может поселиться. Один лжет, другой ворует, третий матерится, а бьют почти все. Понимаете? Мы говорим, что можно на краю пропасти остановиться, задуматься и начать отползать. А не так, что закрыли сейчас границу и все. Ну, все оттуда идут. Япония себя кормит рисом, а мы себя не прокормим. У нас местного производителя загубили. То свиной гриб, то... Птичьи, ой, порубили, да. Птицу, а все, сегодня пишут, все это делалось умышленно, никакого гриппа и не было. Да, я об этом все прямо и говорю на основании данных, выдержки из газет, номер какой, я ничего не... Но дальше подтверждаю Священным Писанием, что будут люди, стремящиеся вести в заблуждение, и смысл понятен, написано ради корысти. Вот первый раз мы встречаем в библиотеке, прийти, чтобы сидели православные люди. Мы сейчас в каком там были, заезжали. Но она говорит, там много посещают православных. Мы поехали на КАС. Ну вот нас вернули. Сейчас мы дальше на Таштагол идем. Да. И оттуда уже мы пересекаем границу, возвращаемся на Алтай. Товар кончился. Мы за 2 года прошлое подарили библиотекам на 1 100 000. Ой. Мы решились полностью... Довериться Господу. Он говорит, отвергни себя. И мы ни разу еще не легли голодными спать. Вот в Осинниках одна сестра, Нина, может, кто-то знает ее. Ну, знаем, она сюда приезжает. Нина. О, да. Какая она добрая. Она не хотела отпускать. Это первое место. Она батюшка, и за батюшку. Мы дважды вернулись, да, у нее там все. Вчера в храм сходили там. Оказалось, отец Дмитрий, он узнал меня, и мы с ним встречались, его сын приезжал. Встреча очень интересная, насыщенная. Людям не хватает сегодня самоотречения. Вот здесь, если можете, печать поставить. А печать у меня нет. А какой-то штамп? А разницы нет. Библиотечный штамп хотя бы. А у меня даже нет. У нас. А ну посмотри, хоть что-то есть? А есть старый. А разница, ладно, я не перед кем не отчитываюсь. Мне разницы нет. Хорошо. Любой поставьте, пожалуйста. Если можно. Коробки захвати, брат. А где у нас сумка-то? Принеси сюда ее.
коробки не хотим. А которые были в мешке наклеены, их уже нету? Уже вскрыли это, да? Да. Да. Так, не, ну вот тут нет, я вижу, нет. Уже три работника готовы. Миша, постарайся. Это из мешков, Иначе Иванович. А? Это из мешков. Из мешка. Из мешка разве были такие? Да. Вот там такие лежат. Да как же так? Это они же были. Ну, видимо, распечатано, стало рассыпать, все положили. Сейчас мы поговорим. Это старообрядцы. Берите, теперь это все предназначено. Можно вам вопрос задать? Как вы думаете, вот молитвы о здравии, упокоении, которые люди не верили, за них можно молиться? Никак. У нас этого не принято. Нет. И у нас не принимается. У нас принимается только те, которые батюшка знает. Но у нас есть третья записка, где может любой записать об обращении к Богу. Нет, вот я молюсь просто дома, да? Да. А лукавый после меня начинает за них как бы, это как бы, ну... Ну а упокоение неверующих церковь нет. Вообще никогда не молилась, это все выдумка. Вот так. Выдумка, да. Хорошо. Смотрите как. Лев Толстой умер от ученой церкви. Но да. Его родная сестра Мария, она приехала к оптинским старцам, и они сказали там Анатолию, и говорит, можешь молиться дома в своей келейной молитве. Да. У церкви всегда найдется сглаживающий какой-то момент. Так, последнее. Вам, может быть, это и не всем понятно будет, но мы, лично я, библиотеку ставим иногда выше администрации. В администрации людей не преобразуют, они только принимают. А библиотека – это формирующее основание сознания людей. Мы очень большую роль отводим библиотеке. Она должна стать центром, иногда даже большим, чем церковь. Люди подготовленные приходят в церковь, они уже что-то считали. А просто прийти и выйти, это тоже ничего не дает. Поэтому мои слова еще придется вам обдумывать. Куда положить? Почему мы так высоко статус церкви ставим? И мы хотим, вот у вас люди есть, через вас, чтобы вот такое распространили среди людей. Дайте им почитать всем. Кто, с кем знакомы, каждому давайте приглашать, пригласительные в библиотеку. Вот. Чтобы раздать... Вот мы вам положим здесь. И вы. Давай еще что есть у тебя. Вытащи все. Они пойдут наши работники. Обычно мы сами по домам идем. Так, еще тут не протерещит ваша дом? А? Еще все. Согласны со всем? Со всем. Это наши телефоны, наш сайт. Мы не скрыт, надеюсь. Здесь крестик. Вот. Чтобы люди знали, куда направить свои стопы. А если они будут эти считать книги, у них один путь. Ваш храм. Все. Если люди начинают работать, храм сразу начинает наполняться. Притом люди не просто приходят, а начинают искренне желать преображения во Христе Иисусе, в Духе Святом. Берите кому сколько можете взять, чтобы разнесли это все. Так, у нас все, мы уже уезжаем. А телефон с чей вот этот? Мой телефон, мой на мобильном. Ну, вот в кармане у меня. Это кто пожелает, значит, но не сейчас, пока домой не приеду, это я не отвечу, потому что с нас, кто слушает, тоже снимает деньги. И при том очень солидно. Другой регион. Денег нет. У меня телефон один человек добрый положил, я никому не звоню, а дам сигнал, они мне позвонят. У меня ничего нет. Я вместе здесь с вами остаюсь. Значит, просим вас всех помолиться о нас. Если все верующие, мы кратко молитву совершим сейчас. Повернемся, где у вас храм, там в каком направлении? Где храм-то? Наш там храм. Отец наш Небесный. Мы просим во имя Иисуса Христа, благослови нас и сохрани жизнь нашу от больших опасностей, какие мы видим. Матерь Божия, покрой нас амофором любви Твоей. Добрый наш ангел-хранитель, защити и помилуй, чтобы эти книги помогли людям найти Тебя, Христа Бога, умершего за наши грехи. Благослови местное население и руководители его. Дай им страх Твой и правителям страны, чтобы они издавали мудрые законы, чтобы народ мог найти Тебя. Благослови патриарха Кирилла, весь епископат, священство и монашество. Тебе хвала, Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь. Мы уже снова. Игнатий Иванович, сфотографироваться. Давайте, о, сфотографироваться. Выйдите на улицу, пожалуйста. На выходе. Сережа, это не твое? Где библиотека? Надо взять с тобой, и кто приходит, каждому библиотеку может быть. Посмотри еще раз.
Прекрасно. Где у вас там библиотека написана? Название библиотеки? А вот здесь? На улице, да? Нет, ну на улице тоже есть. На улице будет рано ездим. Охраняли собачки. Давайте вот сюда сходим. Так, чтобы видно было вот это вот. Пример Тау, Кемеровская область. Давайте. Пожалуйста. А так, мешайте. Где? Машина мешает тебе? Где Миша-то? Поскорее, маленький. Так. Держись. Так, я попрошу, если можно, вам застегнуться на пуговку. Потому что грудь тоже закрыт, постарайтесь, чтобы насколько возможно. Это слива будет далеко известно. Ну, православная христианин. У нас все стало мудрое, чистое должно быть. Давайте. Машина близко стоит. Так, поближе давайте, попучнее, чтобы мы вошли. Еще ближе, Миша. Ближе. Машина близко стоит. Мешает машина? Так. Игорь, если можно, отгони ее подальше. А вы хорошо стоите вот так, на фоне. А вот, можно на фоне библиотеки вот так? Нет, нам название вот это. Библиотеки не видать. Ну, ладно. Так, понятно, что мы в библиотеке. Вот все. Все, да? Нет. И Господь позволил нам встретиться. Это великое благо. Мы в молитве даже все время благодарим Бога, что не просто дал нам веру, а святую православную веру. Это широта, это целомудрие, это красота. Я все время работаю с разными сектантами и понимаю, какие они сироты покинутые. У них нет даже истории. Они начинают там 1600-е, вот 1700-е где-то. Но мы, православные, должны жизнью показать, что мы знаем Христа. Нам их ничем не привлечь, кроме как доказать, действительно, наша вера во Христа нас преображает. Что хождение в храм делает нас лучшими. Чтобы они это на практике увидели. А если я просто буду говорить, мы православные хорошие, нам никто и не поверит, скажет, а он. Я в одном месте проповедовал, 450 баптистов сразу решили присоединиться к православию. Но они мне поставили одно условие, которое я не мог выполнить. Они умные люди. Они говорят, то, что вы говорили, вы покажите, где это у вас исполняется. Я им показал по книгам. У нас был батюшка здесь, он меня ребятишками бросил, с молодой харистской уехал. Бежал отсюда. Ну и все. Как Спиридон говорит, ушел в лес, упал и плакал до вечера. Что мы сделали? Как мы перед Богом за все это ответим? Поэтому мы жить должны неукоризненно, чтобы нас никто не видел. Я уж не говорю там пьяными, а даже на народе, говорит, и семечки не щелкали. Из наших уст исходит благодать. Мы причащаемся тела и крови Христовой, которые сектанты не имеют. Чтобы они сказали, мусульмане, да, со Христом лучше. Какое счастье, скажу, что мы встретили православного человека, который настоящий пророк, говорит с истины Господней. До свидания. Спасибо вам большое. Поехали мы уже. Так, Михаил, домой покажешь, да? Да. К нему на дом заехать, посмотреть, где наш брат живет. Где моя избушка. Надо, конечно. Ну, оставайтесь с Богом. Так, здесь как будет правильно. Куда положим? Все.